Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о помощи, о взаимопомощи, о том, почему это важно. Многие люди, бывает, воспринимают помощь по-разному. Бывает, человек навязчиво помогает, а бывает, наоборот, у него помощи не дождешься. Вот, и это два полюса таких. На самом деле помощь заключается в том, чтобы сделать человека мощнее, более мощным, более способным. То есть не просто сделать что-то за него, а скорее помочь ему научиться это делать. То есть, как говорят, не дать рыбу, а научить ловить ее. То есть сделать так, чтобы человек получил способность. И вот в этом как раз и заключается самая важная помощь. Бывает такое, что у человека столько зарядов касаемо помощи, что он просто не может, например, принимать помощь, попросить о помощи и становится заложником того, что должен делать сам. Или наоборот, навязывает свою помощь, там, пытается всем помочь, но не занимается собой, что тоже ведет к тому, что человек находится в плачевном состоянии сам, но в то же время хочет показать, что он заботится обо всех других вокруг. Поэтому, конечно же, начинаем с себя. Сначала улучшаем свое состояние, то есть помогаем себе. А потом, когда наше состояние улучшается, становится все лучше, у нас больше свободной энергии, начинаем помогать другим. То есть вот такой вот процесс взаимопомощи. Сначала себе, потом другим. Ну и, конечно же, помощь должна быть по потокам. То есть имеется в виду, помогаешь тебе, помогаешь ты, помогают тебе, помогают другие другим, сам себе помогаешь. Вот какой важный момент. То есть, конечно же, еще очень важно, чтобы это была осознанная помощь. То есть та именно помощь, которая нужна в данном случае человеку. То есть, может быть, он даже просит одно, а вот действительно чувствует, что важно вот сделать именно так, и это принесет больше пользы, больше понимания, больше осознанности. Поэтому очень важно чувствовать, что будет действительно в данный момент помощью, а что может, как говорится, принести вред, быть как медвежья услуга. Поэтому, когда человек осознан, он легко понимает, что нужно сделать, а что нет. И вот как раз я помогаю людям становиться более осознанными, помогаю им находить те вещи, которые мешают им помогать или вызывают нежелание помогать, или наоборот, навязчиво помогать кому-то, когда другие этого не просят. И убираем их, убираем те заряды, которые влияют на человека. Кому это интересно, то пишите, мы можем пообщаться насчет помощи или в комментариях к этому видео, или в контакты. Все мои контакты указаны под этим видео в описании. Обязательно прочитайте его, там есть много интересного. И, конечно же, я буду рад общению на любые темы, касаемые улучшения качества жизни. Мой проект «Академия счастья» как раз об этом, об улучшении качества жизни. Кому необходима бесплатная консультация, также пишите мне в личные сообщения, мы договоримся о времени и пообщаемся голосом. Я отвечу на ваши вопросы и расскажу, как можно улучшить состояние. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте отметку «Нравится» и добавляйтесь в друзья в соцсетях, делитесь этим видео со своими друзьями. Всем добра и до скорой встречи!